Пушкинские футболисты и футболистки привезли по серебру. На совещании в районной администрации подвели итоги 6-летнего участия в кожаном мяче. В этом году команды 530 и 403 школ привезли с городского этапа кожаного мяча 2 серебряных кубка. Постарались юноши средней возрастной группы и девушки младшей. Это самый лучший результат с 2012 года. Тогда 10-летние царскосельские футболистки завоевали золото. С тех пор популярность кожаного мяча в районе выросла в разы. В 2011-2012 годах первый и второй этап проводились вместе. Количество участников возросло с 220 в 2011 году до 861 в 2016. Отбор становится все более жестким. В этом году в муниципальных турнирах приняло участие 70 команд, а на городской этап отправилось 5 сильнейших. За 6-летнюю историю возобновленного кожаного мяча царскосельцы привезли в район 7 кубков и завоевали 6 индивидуальных номинаций.